Под минометный обстрел в минувшие сутки попали окраины Песок вблизи Донецкого аэропорта. Этот участок на карте боевых действий в Донецкой области все еще остается самой горячей точкой. Рядом с поселком Опытное применялись гранатометы и стрелковое оружие в окрестностях Горловки, Зайцево-Майорска, а также Новгородского, Троицкого и Красногоровки огонь велся из крупнокалиберного оружия. На Луганщине спокойно вблизи Крымского, Новозвановки и города Золотое.